Ты слева, я справа. Да. Иван. Константин. Дмитрий. Очень приятно. Меня зовут Пирожик Иван. Мне 44 года. Працюю слесарем. А какой у вас разряд? Третий разряд. Третий разряд. Это большой? Это большой? Да, средний. Средний? Да. Ну, то нормально, можно сказать. На работе роблю и співаю. Станок робить, я співаю. И радио грає, співає, я співаю. На роботі співаю. После работы співаю, дома співаю, по дорозі йду, співаю, співаю і все. А когда вы спите, слушайте, вы все время поете? Так, ні, спать сплю, конечно. Ага. Да я не співав, і так тобі кажуть, надо ти співати, на кого немає таланту. Там готов? Да, готов. Я буду переживати, болею, щоб було все нормально. Главное не спеши, потихонечку, выразительно, вытягиваю. Главное, вытягиваю. Так, так, так. Я особенно, когда припев пою, что вытягиваю, а не быстро читаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви будете співати? Да, так точно. Давно співаєте? Давно, з дитинства. З дитинства. Пісня яка, до речі? І пісня Стаса Михайлова «Все для тебя». І ще секундочку. Секундочку! Секундочку. Ця пісня присвячується для Фролової Слави. Слава, песня звучит для тебя. Спасибо. Пожалуйста. А вона чекала, до речі, зранку, хто їй що-небудь зробить таке приємне. От, будь ласка, давайте. Дочекалась. Дочекалася. Моей судьбе есть только ты. Слава Фролова. Ой. Одна любовь и боль моя. Слава Фролова. Тобою повстречались мы. Слава Фролова. Родная женщина моя. Моя. То ли на радость, на беду. Ты знаешь, что я тебя одну люблю. Ты знаешь, что я тебя люблю. Все для тебя. Рассветы и туманы для тебя. Морная. А он поет? Помогает. Цветочные поляны для тебя. И для тебя. Горят на небе звезды для тебя. Для тебя живу ли я под солнцем, для тебя, лишь для тебя живу ли я под солнцем, что ты меня смотришь? Для тебя. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя. Цветочные поляны для тебя. И для тебя горят на небе звезды для тебя. Безумный мир на солнце для тебя. Живу ли я под солнцем для тебя? Спасибо. Ого, вот это да. А вы тоже для меня, что ли, пели? Все пели. У меня такого в жизни никогда не было. Іван, я скажу коротко. Я думав вас критикувати як співака, але не буду цього робити, тому що, клянусь вам, уже давно для Слави Фролова ніхто так від душі не співав, скажімо так. З таким хором, хором. Ну а что для такой не заспевать? Вот да, действительно, да, а знаете, да. А вот в школе мальчишки вообще не обращали на меня внимания. Ну вообще, беда бедой. И почему? Я уже давно бы обратил.
Спасибо вам. Трошечки музыка вам заважала. Ну, такая история. Для Игоря никто не поет песни. Никто не поет для Игоря. Есть теперь вариант. Друзья, если вы слышите нас, придите с песней. Спойте ее для Игоря. И все, его нежный зверь. Он любит, да. Зеленая карета. Хорошо тоже будет. Хорошая, да. Я думаю, что вы пришли сегодня до нас на кастинг, чтобы подарувати приємні хвилини Славі Фролові і залу, правильно? Так, так. Спасибо вам за це. Все, я вважаю, що ви свою місію виконали. Мы, знаете, мы редко делаем какие-то исключения, а сегодня вот просто не хочется голосовать вообще. Вот просто не хочется голосовать. Хочется вам сказать огромное спасибо за это удовольствие, за настроение. И я надеюсь, что зал поаплодирует нашему участнику за эту песню. Спасибо. Скажу вам откровенно, мы все получили удовольствие от вашего выступления. Спасибо вам. Это спасибо вам тоже. Но хотел как лучше. Да все получилось хотел хорошо. Хотел как лучше, как всегда. Ну... Да хорошо было. Все, спасибо. Слава Богу. Спасибо. Да, Слава, а мне никто ничего не спевает. Хотя кто в цьому сезоне мне... Игорь Васильевич. Хотя бы танец заспевал какой-то. Вы майданы собираете, все же тут поют ради хотя вас. Хотя бы элемент акробатического. А вот это вот, о, это для вас, Игорь. Нет, подождите секундочку. Давайте разберемся по-честному. 7 лет сидите вот здесь вот. Лишь для шо тебя, сделали, весь этот мир мой создан. Что вы сделали, чтобы к вам народ пошел и песни пел? Да, согласен. Я... А я вот все, вот просто все. Косы плету, губы крашу. А у вас что? Да, кстати, уже одно раз еще. Знаете, ни разу не попробовали. Надо попробовать. Наступні півгодини перетворилися на танцювальну присвяту, на яку Ігор Кондратюк так довго чекав. Я не буду долго тянуть кота за хвост, я скажу вам. Рекс проснулся. Кошмар, танцоры где вы? Приходите. Це маячня, це дурня, це не цікаво, це не сценічно, це ніяк, це ні.